Зажигательные танцы и веселая музыка. Так началось празднование Дня физкультурника на пляже в Затоне. Лучшие фитнес-клубы Саратова презентовали свои программы. Совместно с комитетом по спорту и наш клуб World Class мы решили выступить на этом мероприятии. Нас сюда пригласили, так как мы представляем фитнес-клуб премиум-класса в нашем городе, то мы были очень рады выступить на этом мероприятии. Инструкторы фитнес-клуба World Class провели с отдыхающими зарядку. Тренировка называется Body Jam. Это простейший набор упражнений, который может повторить каждый. Мероприятие очень классное. Проходит музыка хорошая, также выступления очень хорошие. В ходе праздника прошли показательные выступления Саратовской федерации шейпинга, художественной гимнастики, а также бодибилдеров. Благодаря нашему мероприятию, я надеюсь, будет очень много желающих, которые захотят либо возобновить, либо начать продолжить свои занятия физической культурой и спортом. Интерес к спорту в Саратове растет с каждым днем. Все больше людей участвует в мероприятиях, организованных администрацией города. Так из прошлого возрождают все самое лучшее – утренние зарядки. Сейчас они проходят в Солнечном и Заводском районе. Роман Гальперин, Алексей Чулин, новости, Телеобъектив.